июне месяце 1807 года в Тильзите состоялась встреча императора Александра с Наполеоном. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте. Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите. Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь. А видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят. И главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе богатую, а теперь он с ума сходит. Сходит. Я тебе скажу про себя. У меня был один кузен. Знаю. Кирилл Матвеевич. Да ведь он старик. Не всегда был старик. Ну вот что, Наташа, я поговорю с Борей, ему не надо так часто ездить. А чего же не надо, когда ему хочется? От того, что я знаю, что это ничем не кончится. Нет, мама, вы уж не говорите, ну что за глупости? Ну не выйду замуж, так пускай ездит. Когда ему весело, и мне весело. Ну, не замуж, а так. Как же это, мой друг? Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду. А так? Так. Полноте смеяться. Перестаньте, всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи. Такая же хохотунья. Постойте. А он очень влюблен, как на ваш взгляд. Вас были так влюблены. И очень мил. Очень-очень мил. Только не совсем в моем вкусе. Он узкий такой, знаете, как часы столовые. Вы не понимаете? Нет. Узкий, знаете, серый, светлый. Что ты врешь? Неужели вы не понимаете? Вот Николенька бы понял. Вот Безухов, тот синий, темно-синий с красным. И он четвероугольный. Ты с ним кокетничаешь? Нет, он франмасон, он славный. И он темно-синий с красным. Ну как вам растолковать? Рафиушка, ты не спишь?